Нам тут в чатах написали, что можно купить квартиру у группы компании ПИК, сделать ремонт с помощью Леруа Мерлен, чтобы поселиться с семьей и ходить в Ашан, закупить интернет у Ростелеком и покупать майонез Эвка. В общем, друзья, остается одна минута, и в принципе, если партнеры мне позволят, думаю, что да. С этой минуты мы считаем хакатон Urban Tech Challenge открытым. Я приглашаю вас на небольшой нетворкинг. Дальше у нас трансфер до Красного Октября, где как раз уже пройдет кодинг. И вот эти 72 часа пролетят как одно мгновение. На площадке вас ждут зоны для сна. У нас есть душ, у нас вкусное питание. У нас есть зона, где вам сделают массаж. Я так и думал, что именно здесь произойдет реакция. Химия, как любит выражаться Андрей. Да. Партнеры также приглашаются. Это очень качественный массаж. И многие другие бонусы, которые доступны будут на площадке Диворкасе на Красном Октябре. Всем спасибо, приглашаем вас на нетворкинг. Большое спасибо, Андрей. Вот, ну и я прошу прям сразу так не расходиться, я все-таки должен вас проинформировать еще буквально это 2-3 минуты займет. Итак, да, совсем скоро у нас будет трансфер. Итак, внимание, не расходитесь, пожалуйста, в 20:10 будет первый подан автобус к главному входу